И хотя артистке всего 6 лет, она покорила своим искусством и зрителей, и членов почетного жюри, и стала лауреатом национального фестиваля в области культуры и искусства «Добрая песня России-2010», который гала-концерт которого проходил 27 апреля в Государственном Кремлевском дворце. Встречайте, лауреат фестиваля Валерия Курнушкина. Одинцовский район, Московская область. Валерия Курнушкина, вокально-хореографическая композиция. Слышны в саду.
нашу программу продолжит замечательный артист театра и кино –